На Приморской улице водитель Toyota Passo сбил свою двоюродную сестру, которую ехал забирать с работы. Этот почти анекдотичный случай закончился весьма серьезной травмой для 37-летней пострадавшей. У приезжей из Узбекистана переломы костей бедра и ноги. Автолюбитель 1993 года рождения, имеющий 6-летний дорожный стаж, двигался в направлении улицы Шкутова. Родственница автомобилиста перебегала дорогу слева направо по ходу движения Passo. По словам молодого человека, она решила пересечь проезжую часть, чтобы попасть в салон через противоположную дверь. Я с той стороны ехал. С какой скоростью? Ну, 30, максимум 40, больше не было. 30-40 км в час. Да. А пешеход откуда у нас взялся? Вот там, пешеход. Она с той стороны бежала туда. Слева? Да, я с той стороны поехал. Прям бегом бежал? Да. Кто там, женщина, да, была? Да. Девушка двигалась достаточно проворно. Остановиться на скользкой из-за снега дороге автолюбитель явно не успевал. В качестве контраварийной меры мужчина выкрутил руль вправо, рискуя врезаться или в водоразборную колонку, или в бетонный блок. Родственницу автомобилист все же задел. Она ударилась о левый борт машины и сломала зеркало. Столкновение повлекло падение на асфальт, после которого на земле остались следы крови. Пострадавшие очевидцы вызвали скорую помощь. Девушку увезли на обследование во вторую краевую больницу. С документами у шофера Toyota все оказалось в порядке. Несмотря на отсутствие здесь пешеходного перехода, автомобилиста могут признать виновным в ДТП, поскольку оно случилось на обочине, а не на проезжей части. С места происшествия Юлия Рябцева, Юлия Зима и Павел Рогатин.